На первый взгляд кажется, что этот артефакт сделан с помощью современных технологий. На самом деле, навершию от булавы около 4000 лет. Он был найден при раскопках в кургане могила Хуторяцкая 2 года назад. Не так давно экспонат передали Анапскому музею. Навершие принадлежит культуре раннего бронзового века и имеет прямое отношение к катакомбам. В открытой археологами катакомбе покоились 2 человека, 2 подростка. И они были обращены лицом друг к другу. Помимо этой булавы, рядом с ними были найдены бронзовые костяные бусы, также острогал с просверленным отверстием. И по всем этим предметам, по этому погребальному инвентарю, можно судить о том, что в этой катакомбе были похоронены представители знати, представители знатного рода. Этот предмет сохранился идеально. Он вырезан из камня серпентинита, иногда называют этот камень змеевик. В центре просверлено сквозное отверстие для того, чтобы это навершие надевать на деревянную рукоять. Сейчас научные сотрудники продолжают изучение навершия. Совсем скоро экспонат смогут увидеть жители и гости города-курорта. В музее Гаргипия есть целый стенд, посвященный культуре бронзовой эпохи. Это элементы орудий труда, античные булавки, инструменты и древние идолы. Археологический музей продолжает проводить экскурсии и приглашает посетителей не только в курортный сезон, но и в зимнее время. В Гаргипии подготовили ряд мероприятий, посвященных известным людям и всероссийским праздникам. Вся наша страна в России последнее воскресенье отмечается День матери. И мы подготовили цикл мероприятий, посвященных этому событию. В преддверии Дня матери 23 ноября на набережной 4 в археологическом заповеднике Гаргипия состоится такая тематическая лекция, которая называется «Материнство не виновато, но ответственно». Здесь заслуженный работник культуры Зоя Николаевна Лемякина расскажет о судьбе матери Марии, нашей землячки, известной Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой. В эту субботу в музее состоится семейный мастер-класс «Нескучный музей». Профессиональная художница научит гостей создавать эксклюзивные открытки в технике флоротипии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Руслан Душевский, Анапа регион.